Итак, для чего мы используем это загадочное масло, да? Вот у нас, смотрите, есть камни, которые прошли предогранку. Ну, допустим, берем вот этот. И мы не видим, что тут внутри совсем, да? Он непрозрачный. Капнули маслица, протерли. И светим фонариком. И вот он стал у нас прозрачным. Мы видим все включения, трещины, пузырики. Вон они там есть. То есть вот такой небольшой секретик. У нас там высказывали предположение, что масло у нас тут стоит на столе для секса. Ну, это можно сравнить с сексом, но это все дольше и приносит деньги.